Больше 1000 человек в прошлом году осудили за коррупцию, из них около 200 руководителей различных уровней. Большинство коррупционеров злоупотребляли должностными полномочиями, другие воровали бюджетные деньги. По словам первого зампреда агентства финансовой полиции Андрея Лукина, руководители министерств и ведомств не следят за соблюдением антикоррупционного законодательства. В агентстве создан специальный ситуационный центр, он позволяет работать по конкретным субъектам и проблемным зонам, что исключает массовые проверки и необоснованное вмешательство в работу предпринимателей. По анонимным обращениям какие-либо проверки нами прекращены. Мы прекратили практику, когда финансовая полиция каким-то образом вмешивалась или регулировала гражданско-правовые отношения или какие-то гражданско-правовые споры между предпринимателями, между физическими и юридическими лицами. Таким образом, органы финансовой полиции ориентированы исключительно на выявление коррупционных связей между нечистоплотными чиновниками и теневым сектором экономики.